Все так хорошо начиналось в 1991 году. Почему демократия в России отступила? Что произошло? Во-первых, э, так откровенно, мы мало пролили крови за нашу свободу. Второе, есть столетняя такая традиция самодержавная, арабская. Арабская, крепостническая. Да? Со времен Ивана Грозного 300 лет крепостничества плюс еще 100 лет коммунизма и революции. Это все откладывается на генетическом уровне. Да? Страна рабов, страна господ. Вот. Халуйство. Вспомните там подобострастные письма Никиты Михалкова. Путин, останься. На кого то нас решил тут вообще покинуть. Как мы без тебя будем это жить. Ужас. Так, вот эти письма, так называемые творческой интеллигенция. Я ему сказал об этом, а он мне в ответ. А я его люблю. Вот что мне теперь делать? А я его люблю. А, а, а я, могу... хочу, чтобы нет, он нет, остался. А можно я скажу, это? что надо было тебе ответить? Да что любовь к власти это извращение в чистом виде извращение любить надо женщин детей маму с папой надо любить да власть можно уважать не уважать доверять не доверять но любовь к власти это и есть рабство это главная российская проблема. Кстати, этим мы тоже от Украины отличаемся. Да. У вас там больших любителей. Я на Майдане помню. Я им, кстати, говорил, когда был. Я говорю, ребята, вы только в восторге не создавайте себе кумиров. Вы заповедь нарушаете, между прочим. Они просто думали, что это и там Дева Мария и Иисус Христос.